Мы проснулись, поели мы, Света. Саша. Саша попой виляет. Нет, ну не опа. Не во что нас подавил. Шок контент. У Саши штаны спадают. Лика, ты ж не хотела, уже и ты стала. Ты бы штанов сейчас стала. Он без штанов сейчас остается. Ну что, ребята, с вами Фабайка. С вами Викуська. Тут это Котейка был, но я не знаю, где Котейка. Убежал Котейка. Ну, в общем, у нас будет что-то. А что-то это будет прямо здесь и прямо сейчас. Это братский холодильник. В братском холодильнике, смотри, что есть. Оп-оп-оп. Чисто украинское сало. Кто полюбляє сало, тот непоганий хлопець. Чисто непоганий хлопець. Дивіться. І просто подивіться на це. Це дуже смачно, дуже смачно. Це то виглядає дуже приємно. Ще в нас є кіт. Чисто український кіт. Іди сюди, кішка. Кішка, кішка, кішка. Іди до мене. Сало хочеш? Ми такі щирі українці, які будемо кішку годувати салом. Що в чому не їсти? Бо щось не багато. В смислі грець? Ну, сьогодні. Почало це ще можна. Сало з м'ясом? Сало з м'ясом, в общем. Кошки все равно. Це тепер м'ячик. Персидерійний. Як я заберу? Не, есть. Или что там делаем? Не, не есть. Будем есть. Эй, кошка. Там кто-то пришёлся. Да блин, значит будем быстро сало есть. Хоп-хоп-хоп. Кто-то идет. Кто идет? Опа. Ну, бабушка идет. Это только два белые. Меня выгоняют. Опа-опа. Мамка была. Сашка был. Эй, кошка. Меня разбудили. У тебя разбудили. Зачем ты его будешь? Мы кошку кормим. Офигенно. Мы кошку кормим. Футбол играет. С куском сала. Футбол играет. Так, ладно. В общем, это вкусное сало. А колбаса, Саша? У нас сало. Колбаса была вчера. Сегодня у нас братское сало. С мяском такое. Это чеснок. В общем, лайкуши ставим. Кто хочет такого сала. И подписочки оформляем. Бррр. Оп-оп-оп.